Свыше 100 тысяч детей отдохнут этим летом в оздоровительных лагерях Акмолинской области. Большой популярностью пользуются сельские загородные лагеря Аккаин Жаркаинского района. Корпуса и детские площадки центра 60-летней истории каждый год ремонтируют. В этом сезоне в нем набираются силы поправить свое здоровье 500 ребят из разных областей. Очередной летний сезон открыл летний оздоровительный лагерь «Аккаин». Он находится недалеко от города Державинска в Березовом лесу. За десятки лет в нем побывало не одно поколение мальчишек и девчонок из сел района. Мне здесь очень нравится. Я здесь уже второй раз. И я не хочу даже отсюда уезжать. Мне здесь очень нравится. Я нахожу здесь новых друзей. Я буду сюда много раз еще приезжать. Здесь мои братья, сестры, им тоже очень здесь нравится. Таких довольных девочек, как Балауса, здесь 90 человек. За одну смену они успевают не только подправить здоровье, но и набраться достаточно добрых эмоций. День расписан по минутам. Для ребят предусмотрены занятия на любой вкус. Каждый день их ждут различные сюрпризы, которые готовят заботливые педагоги. Дети приезжают не только Жаркаинского района, с Есильского района, Жаксынского района. Мне нравится работа с детьми, так как они все очень разные, они все талантливые. Эта вот работа, она завлекает. Я приобщаю детей к музыке. Я хочу, чтобы дети достигли высокого искусства, чтобы они развивались. В этот лагерь рвутся дети не только из соседних сел, но и из других областей Казахстана. Их привлекает качество услуг и довольно приемлемая цена. Сохранить марку руководству лагеря помогает государственная поддержка и помощь сельхозпредпринимателей. Только в этом году на обновление корпусов район выделил 800 миллионов тенге. 6 сезонов. Стоимость путевки у нас 9 тысяч. Условия созданы в полной мере для отдыха и веселья детей. Есть дети, которые на льготных условиях, есть люди, которые бесплатно отдыхают дети. Планы, конечно, обустроить этот лагерь, обновить, сделать его более привлекательным. В этом году летним отдыхом в Акмолинской области охватят свыше 100 тысяч детей. Это учащиеся с 1 по 10 классы. Для них открыты 19 загородных центров, 6 из которых частные. Кроме того, работают больше 600 пришкольных площадок. Сауле Кусаинова, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, 24 КИЗ.